всю жизнь жила в Кременчуге. Родилась в Кременчуге, всю жизнь здесь живу. Люблю Кременчуг. Проходила практику в городе Киеве месяц буквально. Весь месяц я прям дни зачеркивала крестиком, когда я вернусь домой. Моя маленькая родина. Каждая улица родная. Недавно шла гуляла по набережной. Вспомнила, как я гуляла 15, а может быть 20 лет назад. Часть в институте, когда даже не было мысли о том, что сейчас идет война. У меня ребенок мечтает стать знаменитым архитектором. Она у меня хорошо учится, она у меня там активистка. Там. Но ее мечты быть лучшим архитектором в мире и жить в Германии, почему лучшие архитекторы, не знаю, там, строители, там, экономисты, финансисты, почему лучшее, что есть в Украине, должно уезжать в другую страну и показывать развитие, развивать другую страну, а не нашу собственную. Но для того, чтобы что-то изменить, ну, я вообще, я патриот Украины. У меня с событиями после Майдана, в связи с событиями, с военными действиями, у меня вот патриотичная привязанность к этой стране. Поэтому у меня на сегодняшний день, наоборот, вот, притяжение к Украине именно. Вот в этом аспекте, да, идти кандидатом, стать народным депутатом, не знаю, что-нибудь сделать для страны, даже будучи, казалось бы, всего-навсего районным депутатом, я могу это нести на свои заслуги, что я смогла перешкодити видачі, як мінімум, двох премій голові та заступникам районної автозаводської районної ради. Що в сумі, мабуть, близько 100 тисяч гривень складає. Я змогла завадити видачі декільком земельним ділянкам в місті для чиновників або близьких до чиновників людей. Листом до президента України та Генеральної прокуратури я ініціювала за підтримку люстраційного комітету, ініціювала зняття виконуючого обов'язки прокурора міста. За підтримки Майдану я ініціювала зняття голови Автозаводської районної ради. Я ініціювала розпуск районних рад. Дві районні ради – це вжирають наші бюджетні кошти. Я сама працюю і мої податки тут районної ради. Ми зараз, депутати, можемо саморозпуститися. Я думаю, це буде дуже правильне рішення. Давайте саморозпустимося. Проголосуємо за це. Мене завжди могли бачити мої виборці на дільниці, тому що я часто там з'являлася, що, є, до речі, є важливо для депутата. Як народний депутат України буду добиватися максимального сокращення кількості чиновників. Параллельно нужно очищать власть, чтобы новые, кто придет к власти, не только не хотели, но и не имели возможность воровать. Государство задавило нас своими налогами и контролерами, которых мы содержим. Поэтому я, как народный депутат, буду добиваться уменьшения и сокращения количества налогов, а это, в свою очередь, приведет к сокращению контролеров, это во-первых, а во-вторых, создаст благоприятные условия для развития бизнеса. Я буду решать проблемы кременчужан и бороться против строительства Билановского ГОКа. К депутату Автозаводского районного совета кременчужане ко мне могли обращаться в любое время суток. Как народный депутат буду работать так же. Буду всегда на связи с кременчужанами.